ЧП во французском аэропорту Орли. В шасси самолета авиакомпании Air France нашли труп мужчины. Его личность пока не установлена. Воздушное судно выполняло рейсы из бразильского Сан-Паулу. Тело обнаружено при проведении работ по обслуживанию лайнера. Жандармы выясняют, как человек смог попасть в шасси самолета. Власти говорят, что чаще всего к таким методам прибегают нелегалы, чтобы попасть в Европу.